Там впереди караван. Военным тут крепко наподдали. Вов, эти ребята не шутят. Вот этот офицер. Они ехали в кузове? Хотели спрятаться? Не получилось. Да, похоже на то. О, блин. Ну, устроили себе приключения. Мы так их и не нашли. Слушай, это большой город. Мы пока толком не искали. Да, я понимаю. Думала, хоть один попадется.
Ну, давай. Хорошо. Я сделаю. А ты введи код. Эти старые генераторы очень капризны. С первого раза может не... Оу. Чего-чего? Ничего. Ну, нас никто не встречает. Может, они затаились. Давай поищем ход. Поглядывай на окна. Пес. Вов. Понятно. О, точно. Теперь понятно. Видишь? Зараженный перепрыгнул ограду. А, значит, и мы там пройдем. А почему не слышно выстрелов? Я не знаю, что происходит.
Ладно. Закончили. Этот свежий. И у него тоже нашивка с псом. Бензин захапали, а унести-то не смогли. Ну так и хорошо. Если этих гнид, убивших Джоэла, загрызли какие-то зараженные, то они все равно сдохли, Элли. Только это не расплата. Пока мы здесь, надо заодно набрать припасов. Его застрелили. Ты его узнаешь? Нет. Может, их кто-то другой убил? Эй, я нашла их бензин. Ну, если понадобится еще, мы знаем, где взять. Этого я тоже не узнаю.
Черт. Что тут произошло? Это все Томми. Это? Кошмар. Да, точно он. Этот один из убийц Джоэла. Черт, здесь еще один лежит. Я его не знаю. Он проверял их на вранье. Как? Джоэл мне рассказывал. Ты задаешь одному вопрос, но ответ он должен написать. Спрашиваешь другого. И если ответ совпал, значит правда. А нет, убиваешь. Да. Восток один. Еще один код? Похоже на то. Тела теплые, Элли. Он еще близко. Да. Пошли. Здесь можно выйти. Может, догоним Томми. Ага.